Всем привет, друзья, с вами Артём. Сегодня у меня новый влог. Вот, сегодня у нас уже каникулы, наконец-таки эти каникулы. Вот, сегодня у нас четверг уже. Первый день каникул. Смотрите, что делает. Буфик лезет, вон корм стоит. Макарончики для кошек, вон, Шиша. Такая прекрасная погода на улице. Сейчас я вышел. Буду здесь выковыривать травку, вот, с плитки. Потому что это некрасиво. Вот. Здесь уже такая зелененькая травка. Это папа песком посыпал, чтобы лучше росло. Смотрите, что делает. Молодечек. Тети мы холесенькие. Смотрите, сейчас будет
бухли. Здесь вообще такая прекрасная погодка, прям солнышко светит. Мы здесь с Буфиком бегаем, бесимся. Вот, так классно. Бассейн у нас еще стоит, будем чистить. Его вон в листьях весь грязный. Так, внутри что там у нас? О, внутри миллион червяков. Миллион, отвечаю. Охренеть, их сколько очень... Их очень много. Пипец. Сейчас мы протрем Буфику лапки. Да, Буфик? Так, стой, стой. Протрем лапки. Погуляли. Так, успокойся. Успокойся! Вот, смотрите, какие грязные лапы. А он забежал домой, скорее. Надо лапы протирать, а он забежал домой. Смотри-ка на него. Мама белье снимает. Да? Так, стой, стой! Стой, я сказал! Да не толкай ты меня своей лапой. Буфика игрушка, да? Где тимузик? Где тимузик? Иди там. Ой. Где Тима хорошенький? Смотрите, сейчас я кину вот эту вот игрушку, он мне притащит. Он дрессированный уже у нас, Буфи. Так. Отвлекись. Тихо. Вот. Вот, кинул я. Сейчас он должен принести. Вот, молодец. Так, ко мне. Принес ко мне, видите, он думает, что я у него отберу. И он сразу утащил. Молодец, ты мой дрессированный. Молодец. Ну вот сейчас я поубирал на улице траву. Сейчас зашел домой уже чуть-чуть отдохнуть. Вот. Сейчас чуточку отдохну и потом пойду мыть свой гоночный велик. Вы, наверное, уже знаете то, что я занимаюсь велоспортом. Ну, короче, все увидите в дальнейшем. Давай сюда. Эй, мои кисечки. Пушистики такие. Вот две беспокоятся. Вот, друзья, мой гоночный велик. Вот он, сам он и есть. Вот. Его называют еще шоссейником, потому что он ездит по дороге, по трассе прям вот на федеральной дороге. Вот смотрите, у него такие тонкие колеса. Вот. Но они сейчас грязные, потому что утром я был на тренировке. И сейчас мы будем его мыть. Да. Всего так помоем, тряпочкой там, снимем колеса,
помоем вон там внутри. Короче, все сделаем на ура. Сейчас я уже зашел домой, помыл хорошенько велик. Сейчас у нас уже 5 часов вечера. Капец, время так быстро летит. Вот, сейчас, друзья, я направляюсь в Азимут за хлебом, потом в пекарню нашу поеду за булочками. Соня тащила котят куда-то.